В Дагестане не увеличат число авиарейсов. Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал переждать с увеличением количества авиаполетов из Махачкалы. Соответствующей просьбой к главе республики обратилась Юлия Дюмина, заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора России. По ее словам, на сегодня из Москвы в Махачкалу летают 7 рейсов в день. В планах у руководства столичного аэропорта было увеличить эту цифру с 1 июня до 16 рейсов. Но после просьбы со стороны Деминой глава республики заручился, что аэропорт Махачкалы будет осуществлять работу, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора.